только главные факты, проверенные события и официальные комментарии. Это наше время, и сегодня расскажем о таком. 82 года со дня ужасной трагедии. Украина чтит память жертв Бабьего Яра. Не по карману. В России из-за рекордной инфляции многим не хватает денег даже на продукты. Теперь я не могу это купить. Колбаса очень дорогая. Град с неба. Украинская реактивная система залпового огня на отлично справляется с боевыми заданиями, уничтожая технику и войска российской армии. Действительно, было приятно видеть результаты своей работы. Армия восстановления. Украинцы не оставляют друг друга в беде и продолжают отстраивать освобожденные города. Здравствуйте. Далее об этом подробнее. Украина сегодня вспоминает одну из самых трагических страниц Холокоста и чтит память жертв Бабьего Яра. В этот день, 82 года тому, нацисты начали массовые расстрелы гражданского населения Киева, главным образом евреев и ромов. Всего за время немецкой оккупации столицы Украины здесь было убито около 100 тысяч человек. Память жертв почтил и Владимир Зеленский. Глава украинского государства установил лампадку у мемориального знака Минора. В церемонии также приняли участие потомки жертв Холокоста, бывшие заключенные нацистских концлагерей и раввины. Представители иудейских религиозных организаций прочли памятную молитву. Большое спасибо, что все вы сегодня нашли возможность и время быть здесь и почтить память жертв Бабьего Яра, нацистских репрессий, Холокоста. Спасибо за молитву еврейским религиозным представителям. Очень важно всегда помнить историю, не забывать, потому что это все не пустые слова. Никогда снова. Спасибо вам. Армия России продолжает наносить ракетные удары по мирным городам Украины. Так, сегодня днем российские оккупанты атаковали жилой квартал Херсона. Как сообщили в областной военной администрации, в результате вражеского огня полностью уничтожено заведение общественного питания. Также россияне сбросили по две управляемые авиабомбы на Береслав и Ольговку. Информация о разрушениях и пострадавших еще уточняется. Запорожская атомная электростанция должна немедленно вернуться под полный контроль Украины. Такую резолюцию одобрили на генеральной конференции МАГАТЭ. Кроме этого, Россия обязана вывести с территории АЭС весь военный и другой неуполномоченный персонал. Документ, предложенный Канадой, Финляндией и Коста-Рикой, поддержали 69 стран. Резолюция по ядерной безопасности в Украине также содержит требования представить возможность МАГАТЭ обеспечивать безопасное и защищенное функционирование станции. Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил партнеров за принятие такой резолюции. Включение Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению Запорожской атомной электростанции под контроль Украины, доказательство того, что цивилизованный мир с нами. Герман Галущенко, министр энергетики Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с главой Европейского банка реконструкции и развития Адиль Ренобасо и отметил, что Киев заинтересован в сотрудничестве, в частности, в сфере энергетической безопасности, финансирования торговли, поддержки критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, а также продовольственной безопасности и корпоративном секторе. Как заявила Ренобасо, банк реконструкции и развития работает над увеличением своего уставного капитала, чтобы выделить Украине дополнительную финансовую помощь. Только на восстановление энергетической инфраструктуры Украина потратила уже более полумиллиарда долларов и планирует привлечь еще несколько сотен миллионов для модернизации системы. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. По словам чиновника, основные ремонтные работы уже проведены. О том, как украинскую энергетическую инфраструктуру готовят к зиме, расскажут наши корреспонденты. Прошлая зима была самой сложной в истории современной Украины. Россия нанесла 255 ударов по энергетическим объектам. 21 сентября 2023 российские атаки возобновились. Под ударом оказались объекты инфраструктуры в Киевской, Ровенской, Львовской областях. По словам министра энергетики, последствия атаки удалось быстро устранить благодаря подготовке бригад.
Мы заканчиваем нашу ремонтную кампанию, которая действительно была самой сложной за весь период существования нашего государства. И сегодня я могу сказать, что к началу отопительного сезона энергосистема будет полностью готова для прохождения зимы. Как с точки зрения генерации, так и с точки зрения передачи электроэнергии и соответствующих ресурсов. Влияние российских ударов на работу энергосистемы трудно сейчас оценить. Мы подготовлены для того, чтобы принимать соответствующие решения. Главным фактором в подготовке критической инфраструктуры к зиме остаются ПВО и ПРО. По сравнению с прошлым годом, украинская система защиты значительно укрепилась. Часть потребностей удалось покрыть своими силами. Но главными поставщиками такого вооружения остаются партнеры Киева. Сейчас в Украину прибывает много обещанной ранее техники. Например, президент США Джо Байден 21 сентября заявил, что ВСУ вскоре получат батареи «Хаук». Также Киев и Вашингтон договорились о совместном производстве средств ПВО. Защита украинской инфраструктуры стала одной из главных тем на встрече президента Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Необходим соответствующий уровень интенсивного давления на Россию и укрепление нашей противовоздушной обороны. Отдельно обсудили ситуацию с прогнозируемыми атаками России на критическую инфраструктуру Украины. И в этой связи обсудили возможность дополнительных поставок систем ПВО. В Министерстве энергетики Украины заявляют, что план по восстановлению инфраструктуры выполнен уже на 80%, а полного блэкаута, как в прошлом году, России достичь не удастся. Энергетическая безопасность – третий пункт формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. В него входит восстановление поврежденных Россией объектов критической инфраструктуры, развитие систем защиты энергосистемы, а также международный мониторинг безопасности на этих объектах. Еврокомиссия вскоре предложит ЕС выделить больше денег странам, которые рассчитывают стать членом Евросоюза, а также предоставить таким государствам доступ к единому рынку, чтобы ускорить подготовку к вступлению. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархели. Напомню, что сейчас в Евросоюз входят 27 стран, а статус кандидатов имеют 8. Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Черногория, Северная Македония, а также Сербия, Турция и Украина. Через несколько недель вы увидите, как мы представим новый взгляд на расширение Европейского Союза, а также пакет, который будет включать 10 стран-кандидатов или стран с европейской перспективой. И в этом отчете мы не только предлагаем двигаться вперед, но также хотим предоставить средства для ускоренной интеграции. Силы обороны Украины продолжают вытеснять российских оккупантов с юга страны, а также из Донецкой области. За прошедшие сутки на передовой произошло 33 боевых столкновения. Подробнее о ситуации на фронте смотрите далее. Украинские пограничники из бригады «Стальной кордон» вместе с подразделениями вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов с передовых позиций на Бахмутском направлении. Временно оккупированный, разрушенный россиянами Бахмут стал еще ближе. Был продуман ход операции, выбрано наиболее подходящее время для ее проведения, и она дала позитивные результаты. Заняли передовые позиции врага, зачистили каждую щель, каждую норку, где прятался подлый оккупант. И тем самым заняли стратегически важное место на карте Донецкой области. Наступательные действия сил обороны Украины в районе Бахмута продолжаются. За прошедшие сутки российская оккупационная армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Клещиевки. Также россияне предпринимали попытки штурма на Авдеевском, Мариинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Вооруженные силы Украины отразили атаки. Вместе с тем продолжается наступательная операция украинских сил на Мелитопольском направлении. Тем временем украинские танкисты, которые противостоят российским оккупантам на востоке страны, рассматривают первую поставку американских танков «Абрамс» в Украину как стимул, который обеспечит им большую защиту и огневую мощь в бою. По их словам, «Абрамсы», как и немецкие «Леопарды», намного превосходят технику советского образца. Лучше заграничную технику.
Лучше бы заграничную технику. Она более бронирована и более эффективна, мне кажется. Мне друзья, которые учились на леопардах и в штурмах участвовали, рассказывали, что 72-ки российские шьют как кастрюли. Быстро. 1-2 снаряда и все, ее нет. Абрамсы еще не видели в деле, но думаю, тоже будет нормальный танк. Потери путинской армии вторжения только на таврическом направлении за сутки составили более 130 российских военных погибшими. Также здесь были уничтожены 20 единиц российской военной техники. В целом, за 583 дня полномасштабной войны против Украины российская армия только убитыми потеряла почти 278 тысяч своих военных. За сутки были ликвидированы 340 российских солдат, 8 танков, 34 артиллерийские системы и еще десятки единиц другой техники российских оккупантов. Украинские пилоты, которые прибыли в США для обучения на истребителях F-16, уже улучшают уровень знания английского языка. Как заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, языковой курс – это начальный этап подготовки, и только после его прохождения начнется летная подготовка. Украинские пилоты осваивают в Техасе, а специализированное обучение на F-16 продолжат уже в Аризоне. Правительство Великобритании ввело санкции против России в ответ на все псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины. В списке министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков, секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, так называемый глава Херсонской оккупационной администрации Андрей Алексеенко и так называемый глава избирательной комиссии в Херсонской области Марина Захарова. Как отметил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, Соединенное Королевство никогда не признает претензии России на территорию Украины. Напомню, 112 миллиардов долларов столько в следующем году собирается выделить правительство России на свою армию. И эта сумма вдвое превышает ту, которую Кремль уже потратил в нынешнем году. То есть общие расходы страны-агрессора на оборону составят 6% от ВВП. Как пишет издание Bloomberg, которое ознакомилось с проектом российского бюджета на следующий год, 112 миллиардов долларов содержатся в засекреченной части, чтобы избежать пристального внимания граждан к последствиям войны. Значительное ускорение инфляции с начала года зафиксировал Росстат. Многие россияне больше не могут позволить себе базовые продукты. Причиной ухудшения экономической ситуации – обвальное падение курса рубля, коллапс на топливном рынке и кризис с продовольством мяса. Об очередном скачке цен на товары в России расскажем далее. Лимоны по 189 рублей стоят килограмм? Вообще уже опупели. 600 грамм 99 рублей. Вообще уже оборзели. 90 грамм здесь. 90. 429 рублей за 400 грамм. Вообще уже опупели. А вот это вот, смотрите, креветки в рассоле. 599 рублей. Очумели. Российские власти после очередного летнего скачка цен уверяли покупателей, к осени стоимость продуктов снизится. Росстат и примкнувшие к нему Набиуллина нас буквально уговаривают, что инфляция в стране низкая. Даже, лучше сказать, гипнотизируют. Все время говорят, инфляция низкая, инфляция низкая. То ли нас убеждают, то ли себя убеждают, то ли пытаются нас просто обмануть. На самом деле мы, конечно, чувствуем, что цены-то растут гораздо выше, чем все их прогнозы, чем все их отчеты о низкой инфляции. Барнаульцы все меньше балуют себя любимыми продуктами. Причем это не красная рыба или сыр с плесенью, а колбаса или печенье. Хлеб тоже подорожал. Я раньше могла позволить себе колбаску, что-то, какие-то копчености. Теперь я не могу это купить. Колбаса очень дорогая. Одна из причин подорожания товаров – ослабление курса рубля. По данным Росстата, с начала сентября потребительская корзина из сотни товаров и услуг стала дороже на 0,6%. Вдвое больше, чем за весь август. А годовая инфляция выросла до 5,7%. Нового максимума с февраля. В общем, я не знаю, как живут пенсионеры. Вот я за один раз потратила 7 тысяч. Еще если, знаете, вот если закупаться там, не знаю, овощами там и мясом, то это будет и вообще там 10 тысяч с лишним. Вот. И это только вот, не знаю, на неделе две. Вот если так вот тратить, на неделе две. Вот. Ну, такие вот цены. Да, как жить, я не знаю. Цифры Росстата, по словам финансовых экспертов, далеки от реальных. Уровень инфляции в России гораздо выше. На ситуацию повлиял и топливный кризис. Цены на бензин и дизель в России ощутимо выросли за последний месяц.
Резкий рост цен на топливо моментально запускает механизм карточного домика, когда вся потребительская цепочка становится дороже. Под вопросом оказалась посевная компания, а это причина подорожания хлеба. Дефицит обострился на фоне подорожания бензина. Прямо-таки замкнутый круг. Официальные причины одни и те же. Рост курса валют, сезонность и даже развитие внутреннего туризма. Эксперты же уверены, что свою лепту внесли и другие факторы. Например, совпали сроки сельхозработы, ремонтов НПЗ. Ну и, конечно, свою роль сыграли санкции, куда же без них. По результатам опроса Фонда общественного мнения 40% россиян ощутили существенное подорожание мяса. Мы объявили там эмбарго на все западное, да? Нам говорили, что у нас открывается ниша для импортозамещения. Будем, значит, выращивать свое мясо и продавать. Это так не работает. Потому что это такие капиталоемкие отрасли с длинным инвестиционным циклом. Чтобы вырастить эту корову, да, надо несколько лет, там, пятилетний цикл, чтобы она начала там давать молоко там, или мясо. Да. С начала же полномасштабной войны в Украине, по подсчетам экспертов исследовательского холдинга «Рамир», инфляция для потребителей достигла 47%. Надеяться на снижение цен россиянам не стоит. Пропагандисты призывают граждан экономить и запасаться продуктами. Эстония предлагает внести в новый пакет санкций Евросоюза полное торговое эмбарго в отношении России. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цакна. Также Таллин одобрил альтернативные предложения по усилению ограничений. Речь идет о запрете на транзит подсанкционных товаров и более резком сокращении доходов от экспорта российских энергоносителей. Мы немедленно начнем искать поддержку стран-членов ЕС и партнеров-единомышленников. Бизнес с Россией подпитывает ее военную машину. Необходимо и дальше усиливать санкции против Кремля, делая их реализацию более эффективной. Маргус Цакна, министр иностранных дел Эстонии. Великобритания обсудит эффективность ограничения цен на российскую нефть со своими партнерами по G7. Об этом заявила министр финансов Соединенного Королевства Джоанна Пен. По ее словам, ограничение оказалось успешным в поддержании поставок нефти на рынке, одновременно сокращая доходы России и повышая затраты Москвы на экспорт сырья. Однако эффективность этих мер нуждается в дальнейшем контроле из-за действий Кремля в ответ на санкции, а также глобальных колебаний цен на нефть, подчеркнула министр. Литва обязала авто с российскими номерами покинуть ЕС в течение полугода. Транспорту с регистрацией в РФ разрешено въезжать в страну только для транзита в Калининградскую область, сообщили в литовской таможенной службе. Напомню, с 11 сентября в Литву запрещен въезд российских авто на основании введенных Евросоюзом ограничений. Аналогичные меры с 3 октября также примет Норвегия. В Осло заявили, что это ответ на войну, которую Россия ведет против Украины вопреки международному праву. В Германии проходит саммит с лидерами стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Встречу в таком формате Берлин принимает впервые. Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует обсудить с гостями двусторонние отношения, экономические связи и сотрудничество в сфере энергетики. Напомню, ранее в Нью-Йорке также впервые прошли переговоры президента США Джо Байдена с лидерами этих же 5 государств Центральной Азии. Чехия намерена существенно усилить оборонный сектор из-за возможной угрозы нападения России на одну из стран НАТО. Прага уже разработала новую стратегию по защите, которую одобрил Совет Госбезопасности. Теперь в октябре за соответствующий документ должны проголосовать в парламенте. Согласно новой оборонной доктрине, Чехия должна создать современные и хорошо обученные вооруженные силы, а также подготовить территорию к возможному развертыванию большого количества сил союзников. Вероятность военного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и ЕС является самой высокой со времен окончания Холодной войны. Россия будет представлять серьезную угрозу безопасности Чешской Республики и ее союзников в долгосрочной перспективе. Главной задачей оборонной политики Чехии является всесторонняя подготовка к длительной оборонной войне высокой интенсивности с технически развитым противником, оснащенным ядерным оружием. Из документа Министерства обороны Чехии. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел свой последний рабочий день в Пентагоне и уходит в отставку. На пенсию генерала, который занимал пост 4 года, провели с почестями и аплодисментами. Преемником Милли станет командующий ВВС Соединенных Штатов генерал Чарльз Браун, бывший летчик-истребитель. Как отмечают американские СМИ, акцент Брауна на воздушных силах и роли авиации в современных войнах свидетельствует о том, что Украина может и дальше рассчитывать на активную поддержку Пентагона в этом плане.
Семь стран ЕС заказали артиллерийские снаряды, чтобы срочно доставить их в Украину и пополнить истощенные запасы Запада. Как сообщает Рейтер, боеприпасы передадут через схему Евросоюза, созданную в рамках плана по совместной закупке стоимостью не менее 2 миллиардов евро, запущенного в марте с целью доставки в Украину 1 миллиона снарядов и ракет. К такой инициативе подтолкнула война России против Украины, подчеркивает Рейтер, и добавляет, что какие именно страны заказали боеприпасы, а также стоимость и количество заказов пока неизвестны. Украина и Франция рассматривают возможность совместного производства и покупки вооружения. Об этом заявил французский министр обороны во время встречи с украинским коллегой в Киеве. Себастьян Лекарню отметил, что Париж и дальше будет оказывать необходимую военную помощь для ВСУ, а также продолжит обучать украинских военных. Мы выполнили наши цели до конца года. Более 7 тысяч украинских солдат были обучены во Франции. Я хотел бы сообщить, что учения будут продолжаться в том же объеме. Также сейчас мы подходим к такому необычному этапу в отношениях между двумя странами, где мы вместе смотрим, что можем совместно производить или совместно покупать. Реактивная система залпового огня «Град» — надежное и проверенное временем оружие, которое эффективно проявляет себя на фронте. Учитывая довольно мощный калибр и дальность стрельбы, цели для «Градов» разные. Это склады боеприпасов, артиллерия, а также скопление техники и живой силы российских оккупантов. Мои коллеги побывали на боевых позициях и узнали, как живут и воюют украинские артиллеристы. Среди разнообразия реактивных систем залпового огня сейчас на передовой захватчиков уничтожают и современные системы, и полусерийные волонтерские мини-РСЗО, и, конечно же, проверенные временем БМ-21 «Град». Учитывая довольно мощный калибр 122 мм и дальность стрельбы свыше 20 км, цели для «Градов» могут быть разными. В течение дня могут быть или техника, или склады БК, или скопление живой силы, или пошли в наступление и нужно пригасить, или выстрелы начинаются по нашим, и мы уже в этом направлении открываем огонь. На огневых позициях артиллерии можно заметить бойца со штативом треногой, на котором установлен небольшой прибор – бусоль. Если сказать проще, то это очень точный компас, который соединен с оптическим прибором. Бусоль используют при стрельбе с закрытых позиций. Я ориентирую машину по бусоли, привязывая ее к земной поверхности. Мы определяем, где мы находимся, по карте. Так как мы не видим противника, мы должны определить по координатам, где именно находимся. Едва отработав по одной цели, экипаж получил новые координаты. Артиллеристы собираются, чтобы выехать на новые позиции. Редко, когда нам показывают результаты, потому что когда все работают, то нет на это времени. А бывало и такое, что мы поразили много целей. Даже кусочек видео сбрасывали, фотографии. Действительно, было приятно видеть результаты своей работы. Через время экипаж узнал, что все цели, по которым этот «Град» стрелял во время съемок, поражены. Швейцария одобрила пакет финансирования в размере 100 миллионов швейцарских франков для разминирования гражданских и сельскохозяйственных территорий в Украине и содействия восстановлению страны. Как подчеркнул глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, это необходимая и очень важная помощь. Я благодарен Швейцарии за предоставление 100 миллионов швейцарских франков на гуманитарное разминирование в Украине в период с 2024 по 2027 год. Существенная помощь в очистке украинской земли от российских мин. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поблагодарил международных партнеров за поддержку программы восстановления жилья украинцев. Правительство одобрило привлечение гранта на сумму около 5,5 миллиардов гривен. Также на сегодняшнем заседании Кабмина Денис Шмигаль сообщил, что в бюджете на следующий год Украина существенно расширит программы стимулирования экономической активности, поддержки бизнеса и создания рабочих мест. За программой «Е-работа» планируем выдать больше, чем 12 тысяч. По программе «Е-работа» планируем выдать больше 12 тысяч микрогрантов. А это значит, что мы сможем помочь создать 12 тысяч новых бизнесов.
Будем поддерживать аграриев, машиностроителей, создание и расширение перерабатывающих предприятий. 3 миллиарда гривен выделим на государственную поддержку крупных инвестиционных проектов в Украине. Это важно, потому что это будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению налогов и улучшению жизни общин. Разбирают завалы и ремонтируют жилье. Харьковская армия восстановления уже насчитывает более 10 тысяч человек. Без дела не сидит никто. Особенно высокий спрос на рабочие руки в деоккупированных населенных пунктах. Например, в Изюме. Там россияне уничтожили 80% жилой и городской инфраструктуры. О том, как в Харьковской области работает правительственная программа восстановления, репортаж Натальи Белокудри. Из-за колоссальных разрушений дом номер 3 на Хлебозаводской улице в Изюме стал печально известным на весь мир. 9 марта 2022 года российская армия артиллерией, минометами и танковыми снарядами расколола его пополам. Два подъезда из 5 ушли под землю. Руины здания, как символ трагедии изюмчан, до сих пор привлекают внимание уличных художников. Джон специально приехал в Изюм из Лос-Анджелеса, чтобы нарисовать мурал на обломках стен и показать это за пределами Украины. Мы хотим показать всему миру, на что похожа эта война. Весь мир через эти инсталляции может увидеть войну и то, что здесь происходит. Мы документируем это здесь, чтобы убедиться, что мир поймет, какая ужасная эта война. Изюмчанка Ольга не смогла вовремя эвакуироваться и осталась в городе с тремя детьми. Вспоминая долгое время, люди были вынуждены жить в подвалах, так как в небе все время шли воздушные бои и вокруг все пылало. Когда ВСУ освободили Изюм, выяснилось, что уцелевших домов не осталось. Женщина потеряла работу и решила присоединиться к армии восстановления. Мне не тяжко. Мне не трудно, с удовольствием. Коллектив у нас хороший, все друг другу помогают. Все изюмчане. Из-за близости к фронту в Изюме проект «Армия восстановления» стартовал только в марте этого года. Большая часть участников – женщины. Они взяли в руки лопаты, грабли, кувалды и начали восстанавливать и убирать родной город. Мы привыкли так работать. Вы чувствуете себя героиней, такие глыбы таскать? Нет. Это обычная работа, все ее делают. Но женщины у вас сильные? Да, они везде сильные. Мы же украинцы. Мы кругом сильные, мы же украинцы, как же. Городское коммунальное предприятие по благоустройству после деоккупации Изюма столкнулось с существенным кадровым дефицитом. Поэтому, когда женщины стали в строй и сформировали мощный стройотряд, коммунальщики очень этому обрадовались. Эти люди очень помогают в восстановлении нашего места. Эти люди очень помогают в восстановлении нашего города. Они везде работают, гребут, метут, и вы видите, как это получается. Среди 400 безработных, которые сейчас стоят на учете в центре занятости Изюмской общины, почти 200 человек заняты на общественно полезных работах. Это большой человеческий ресурс и помощь для города. Наше место уже пострадало. Наш город очень пострадал от российской оккупации. Разрушено почти 80% многоэтажек. Очень много после оккупации осталось завалов, мусора. И президентская программа «Армия восстановления» очень нам помогает. Участники «Армии восстановления» получают минимальную заработную плату – 6700 гривен. Кроме работ по восстановлению жилья и разбору завалов, можно плести маскировочные сетки для армии, заниматься заготовкой дров или ухаживать за пожилыми людьми. Наш регион я наикращим. Наш регион лучший. Харьковская область на сегодня уверенно занимает первое место по количеству привлеченных к проекту «Армия восстановления». Сейчас в общественно полезных работах, которые соответственно предусматриваются этим проектом, участвует более 10 тысяч безработных, и они выполняют по всей области различные работы и соответственно занимаются добрым делом, за которое еще и платят. По словам Александра Катукова, благодаря целой серии проектов, организованных Кабинетом министров Украины, последние 3 месяца уровень безработицы в Харьковской области начал снижаться. С 10 тысяч временно неработающих до 7 тысяч человек. Украина не только восстанавливает деоккупированные города, но и заботится о культурной составляющей. В Ирпене Киевской области продолжает свою работу первая в Украине модульная библиотека. Ее сотрудники в основном переселенцы из регионов, где сейчас действуют оккупационные администрации. В преддверии Всеукраинского дня библиотек Ирпень посетил временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики. В новую модульную библиотеку, а также восстановленную после ударов российской армии муниципальную, ведомство направило книги о войне России против Украины, боях за Ирпень, а также переведенную на современный украинский язык Библию. Справа.
Это дело организовано на высоком уровне именно в Ирпене. Я знал, что здесь есть модульный городок, где есть первая и пока единственная в Украине модульная библиотека. И возобновилась работа публичной библиотеки, центральной библиотеки Ирпеня. Очень важно было мне самому воочию увидеть, убедиться в том, что местные власти понимают потребности сферы культуры, что люди вернулись, люди работают, что есть интерес со стороны общества к таким модернизированным услугам. Накануне Дня работников образования президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды педагогам и отметил, что в этом году День учителя особый, поскольку он совпадает с Днем защитников и защитниц Украины. И это придает ему многогранный смысл. Президент поблагодарил педагогов за их работу, а также отметил ее важность для общества. Обучение – это всегда больше, чем получение знаний, навыков и овладение профессией. Это и характер, и его твердость, это четкость разграничения между добром и злом, которая приходит при изучении человеческой культуры. Образование готовит и налаживает нравственный компас человека, чтобы он работал, и чтобы благодаря этому работа человека, жизнь человека обогащала человечность. Это очень важно. О том, что еще происходит в Украине и мире, продолжат говорить в информационном марафоне. Мои коллеги Валерий Клименко и Екатерина Вишневская уже готовы продолжить эфир. Я же прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.